ғой деймін. Бар мастер қой. Бар, бар. Электронный ма, қандай сізде? Иә, электронный. Қағаз жоқ па? Жоқ, жоқ. Басқа машинаңқы бар, бұл машинаңқы жоқ, міне. Ашпай есікті. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бізді осылай тоқтатып отыр. Қазір мен анам рөлде отыр еді. Біз қалаға бара жатырмыз үйге қарай. Незаконно тағы тоқтатып жатыр. Ау! По какой причине я должен показывать свои документы? Основание. Нищен, нищен. Снимайте, что ли? Ну, снимаю, да. Ну, снимайте, пожалуйста. Ну, снимайте, пожалуйста. Документы предъявите, пожалуйста. По какой причине? А вы вообще кто? Вы вообще кто? Вы сами предъявите документы. Сначала представьте. Вы вообще кто? Нас сотрудники остановили. Вы вообще кто на личном, на личном автотранспорте? Вы кто будете, пожалуйста, представить? Я сын ее. Я, это мой сын. Вы сначала представьтесь, пожалуйста. Не сейчас, а сразу представляйтесь. Мы рядом с полицией находимся, поэтому... Представиться надо. Нет, вы сами кто? Вы на личном транспорте приехали на гражданке. Вы кто вообще? Сотрудники полиции. Ну, я не убедился, что вы сотрудники полиции. Документы предъявите. Здесь день чуть-чуть вообще. Вот пошли что-то сверять, не знаю, что. Джо, не ищем тот татный зар, что у нас на войне от сверши. Брат, не волту, не ищем на кислер, кым а? Не ищем мен, а нам права сналк пыты до кислер. Мен сізге өзіңізге қолыңызға бердім, дұрыс па? Не ищем, не, не. Менің тек сирен деп атыр. Менің тек сирен деп атыр. Сізді бүкіл Қазақстан көріп атыр, білесіз ба, мен прямой эфирде отырым Фейсбукта. Жоқ, не үшін айтсаңдаршы основание какой? Предъявлять эту. Қандай причинамен сіздер мынау личный автотранспортпен міне 890823 СКА 03 регион. Вообще личный автотранспорт. Ни УД, ни УМ. Басқа ештеңе емес. Личный автотранспорттағы адам келеді да. Мен анам правасын алып кетеді. Документін көрсетпейді, не аты жөнін айтпайды. Гражданской форме. Я в гражданской форме, на гражданской машине. Беспредел. Не үшін түсірвасындар? Мына жігіт тағы түсіріп отыр біздің. Жоқ, не үшін түсірвасындар? Айтсаңдаршы основание. Қазақстанның қара беттерін, түрлерін қарап алыңдар, жаттап алыңдар. Міне, маска киіп алған. Основание, давайте основание в первую очередь. Біз ешқандай нарушение жасаған жоқпыз ғой. Әйел адамдарды тоқтатып отырсыз. Бала шағасы үйде отыр. Қазір беремін пәтер. Не қазір енді? Мыналар кім? Жоқ, сіз біздің уақытымызды алып отырсыз, білесіз ба? Үйде екі бала отыр. Кішкене бала қалды үйде. Қалада тұрасыз ба? Иә, қалада. Қалада тұрамын мен. Сонша полиция жүгіріп келген несі бұл? Иә, мына жерде үш әйел адам отырмыз. Тағы нешеуің келесіз? Бала мен еще. Үш әйелге сонша полиция жүгіріп келген. Ұят емес пе? Көріп жатыр, менде 100 адам отыр үш. Жоқ, біздің адамдар. А? Неге ашпайсыз? Ашпаймыз есікті. Жоқ, основание айтсаңдаршы, не үшін тоқтатыңдар? Документіңізді көрсетіңізші, аты жөніңізді айтыңыз. Сначала представляйтесь нормально. Вообще, что мы нарушили? Джор, не ищен. Скажите, я хочу прочитать ваше имя. Как мне к вам обращаться? Как мне к вам обращаться? А ты же нужен? А ты же нужен? А что? Не ищем только трех. Основание,
Айташы, не деген сұмдық қой? Не үшін тоқтатып тұрсыздар, ашпай мен неге ашамын? Солыншы полиция, батальон жүгіріп кепті ғой, батальон. Біз не нарушай деп? Ашамыз. Не үшін ашамын? Мен сізді естіп тұрмын. Бағыз естімей ма елі? Мен сізді жақсы естіп тұрмын машина ішінде, аварика қосылып тұрса да. Ашылмайды есік. Целый дивизия не вкисилишь, батальон дану. Верните мне мои права. Верните мне мои права. Да? Ау. Богом. Иди, да? Ага. Что, на какое основание мне тут сюда? Давайте. Вы сначала свои документы предъявите, пожалуйста, представьтесь. Кто вы такой? Нет, кто вы такой, скажите, кто вы такой? Просто покажите документы свои и все. Зачем вы сюда? Да, зачем, зачем? У себя в руках держите и все. Ну все, верь мне полго. Быстрее личности, и что, больше ничего не нужно. А зачем столько людей, я не поняла? Вот, куча сотрудников полиции. Нет, столько людей. Зачем? Нет, почему? Мы что, криминалисты, да, что ли? Или мы кого-то убили, или столько скрываемся, что ли? Вот. Одно лицо подозреваемое, вот, понимаете? Ой. В этом нет проблем. Среди женщин? Просто низ, вот и все. Среди одни женщины здесь, позор. Во сколько человек тут? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Позор, позор. Он адам, и шаилге, ужас, яд. Хулигандар стамайсын дарма? Жо, хулигандар не алтысын? Не мегі түсірватсын, айтысай? Не мегі түсірватсын? Все. Үш айелге күштерін жетті атыр болса? Бір жас бала, үш айел. Казваш, чуть-чуть. Чуть-чуть қана. Басып тұр. И че? Дальше. Этот не. Сам рулевал тебя смерть. Че, потом нужно? Вы правы, Жен. Че, нормально. Дай, Жен. Нормально себя чувствую. Я тебя люблю. Бурн, ты тохтатар мне, да? Тохтатар мне, да? Тохтатар мне, из меня, алдына тохтатар. Сошу на меня, если жабн дар деген сразу. Кем, ма? Жоқ, жоқ, качай. Өзім де мен? Жоқ, просто біреуді жазады. Жоқ, енді представьте, нормально адам ұсап кел, айтсайшы. Соды? Я могу ехать? Дети маленькие есть. Мы посмотрим и все. А я с собой не беру. Не вы, может, объясните, вы кого-то ищете? Да, мы здесь ищем людей здесь. Просто... Нет, женщин, что я сделала? Например, я домой ничего еду. Вы женщин ищете или как? Я с удостоверение не брала. Просто нам документы предъявите и все. Терма? Просто предъявите документы. У меня нету с собой. А зачем? Я не слышу. Ники? Я же объясняю, мы здесь ищем людей. Нешин? Нешин? Нет, основание, давайте покажите. А зачем нешин? Основание. Не ищу. Я так понял, вы женщин ищете, да? Нет, нет. Что, а что тогда женщин спрашивают? Устанавливаем личности. Кого? Кого? Нет, люди, кого? Люди просто приехали, они с собой не брали документы. У вас с собой нет документов? Нету у меня. Я же вам предъявила свои права. Что, в Казахстане со своими документами будут ходить, что ли? Документов нету. Тогда фамилии скажите просто, кто вы. Зачем? Ниша. Просто скажите. Нет, мен не бузым. Мен ештеңнен қорқып тұрған жоқпын, просто не үшін деймін, да? Да, не үшін ұстадыңдар, қазақша сөйлеймін. Гражданский формада келеді, и бізден документ сұрайды. Кім өзі бұлар? Пристегнись. Конечно, конечно. Он пристегнутый.
Жақсы міне біз кетіп бара жатырмыз. Ешқандай причина түсіндірген жоқ, ештеңе деп айтқан жоқ. Біреулерді іздеп жүрміз дейді, айтпайды не әйел адамдар, не еркек адамдар екен, өздерінде какой-то бір список бар. Бойынша қарап отыр. Жақсы, сау болыңыздар, қазақ елі. Айтпайшы, біздің қыздардың документін сұрады деп. Бізде отырған қыздардың, мына жерде активист емес, жай ғана бізге келіп, асарға көмектесіп келіп жатқан кісілердің документтерін сұрап, сіз кімдерсіздер деп. Сол. Барлығы комитетшіктер жартысы документтерін көрсеткен жоқ, біреуі документін көрсетті, дейді, бір секундқа көрсетті да, қолынан алып жұлып кетті, қайттан тығып алып машинасына. Байқаңыздар, өздеріңізге абай болып жүріңіздер, қазақ елінің азаматтары.